Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест. Тестировать мы будем сегодня Огника против остальных героев. Мы будем тестировать, по вашему мнению, самую имбу против остальных. И в итоге у нас в конце будет еще очень очередной, скажем так, интересный тест. Это будет сюрприз, может так, потому что видосы в разное время выйдут. В общем, этот аккаунт, это наш аккаунт секретный, скажем так, тестовый ак. Есть десяточка, на которой мы тестируем героев отсюда. Потом я эту десяточку разыграю среди подписчиков. Ну, все как обычно. В общем, поехали тестить героя. У нас одинаковые прокачки. Сейчас я сниму захват экрана. Так, это наш аккаунт. Ну, во сборке. Это 25-я таблетка. Я специально убрал, чтобы не было дополнительных, скажем так, прокачек у героев. Так, поехали. Сердцеедка. Рину. Вот, знаете, тут одна проблема, то, что Огник будет бить сейчас по всем. Ну, в принципе, если он убьет этого героя, то он убьет и остальных. Потом будем перезаходить. ПБшка. Бигфут. И рогатка. Такой вот первый у нас состав. Такой вот у нас Огник. Первая таблетка. Сотый просвет, то есть у всех героев все одинаково, без аугментации, без рун, чисто тест. Поехали, начнем. Сейчас я выйду со второго аккаунта. Ряд процедур, чтобы быстренько все фармить. Так, друзья, поехали практиковаться. Сейчас мы посмотрим, что он сможет сделать. Смотрителей тоже у нас нет. Как видите, сердцеедку он просто на изи ушатал. Да. Вот это вот донатный герой, которому ничего не страшно. Вот теперь он начал дамажить еще и других. Ну, я думаю, тут без разбора он и ПБшку ушатает. Сейчас мы можем просто начать с ПБшки. Рогатки уже не стало. В общем, вот так вот. Пронесся он фактически по всех. Давайте. Так, чтобы оно уже было натурально все. А вдруг ПБшка ушатает. Ну, видите, он себя отхилил. ПБшка не успевает. Побежал на другую сторону. Ну, в общем, тут, я думаю, давайте еще попробуем на рогатке, хотя хочется все-таки посмотреть, как против всех рогатка с окаменением. Может, она затащит. Но, увы, нет. Бигфут там что-то сопротивлялся, но это бесполезно. Окей, пока что 5-0. Так, заберем скины плюхи. Давно я не забегал на десяточку. Так, поехали, следующий зал. Ну, я думаю, тут... Я не знаю, как кто с героев сможет противостоять, но в любом случае, так, ее мы пока трогать не будем. Анубис. Мало кто с героев сможет. Стрелок. То есть сборки топовые, но пока, увы.
куча СУ, но это даже не спасает против этого героя. Поехали, следующих 5 героев. Посмотрим, что они смогут сопоставить это имбе. Вольт. Пофиг. Ну, он парализует просто и все. Анубиса он, в принципе, ушатал. Дошел до стрелка. Стрелку чуть-чуть повезло. Сейчас мы начнем со стрелка. Давайте даже так, пусть стрелок сейчас нафармит побольше. Орнитоптеров, вертолетиков своих. Ну, беспонтово вообще. Некрос, аналогичная ситуация. Бесполезно. Да и ворожей, я думаю, хотя ворожей, он, посмотрите, ворожей хоть немножко сопротивляется, но сейчас... Ну-ка, ну-ка, интересно, интересно, сможет ли... Ворожей режет отхил. Да, неплохо, неплохо, это мне понравилось. Под отхилом, конечно, а если так? Один на один. Даже стрелок, мне кажется, тут не спасает. Сейчас даже если ворожай включится, беспонтово вообще. То есть все-таки ограничение урона на сегодня. Если выйдут эмблемы с ограничением урона, это все. Это уже пофиг будет. Любая прокачка. Ну тут ворожай себя хилит. Ну, не спасает. Все равно у него урона больше. Такс, хорошо. Такой вариант мы посмотрели. Поехали дальше. Пока без вариантов. Афинка. Ну, интересно, огник на огника. Какой тут у меня огник? Вот тут у меня огник СО. Интересно будет на это посмотреть. Махатма с утеканием. Афину, думаю, он сейчас разгребет моментально. Вообще без вариантов. Что нам скажет другой огник? Так, начал он дамаг по остальным. Бугимена, видите, да, он ушатал. Так, интересно, интересно, что нам скажет с бастом огник против СО. Там остальное. О, ничего себе. Прикольненько. Давайте посмотрим. Пока оставим урника одного, потом посмотрим. Так, Махатма, у которой утекание 43к. Сможет ли она его разобрать? Блин, он других бьет, конечно. Это печально, он их заряжает, но. Но Махатма, ребятушки, держится. Все равно разобрал. Без вариантов даже. Бугимена даже не будем тестить. Поехали сюда. Ледяной ни о чем даже. Даже тот же самый вариант. Он ничего не смог сделать.
Такс, 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 такс. Поехали сюда. Снимаем этих героев и оставим одного один на один. Интересно будет посмотреть ОСО против. Такой вариант против Баста. Сможет ли он затащить или нет? Как думаете? Такс, окей, поехали. Или будет все-таки вечный бой? Сорок шесть тысяч. А интересно, почем его, по-моему, 56 бьет. Странно. Видите, не особо много ИСУ режет. 55, 75. Блин, да он моего больше пробивает. Вот вам и разница 40. 70. Нифига себе. Ну, интересно, интересно. Плюс 60% дефа и плюс 60% атаки. И все-таки все более интересно смотрится. Ну, посмотрим сейчас, что в итоге у нас получится, кто кого. Если, конечно, это выйдет. Воу-воу-воу, ничего себе, видели? Практически ушатал. Теперь мой зарядился. Знаете так, друг друга бьют по очереди. Кто кого. Но они, в принципе, могут за 3 минуты друг друга даже не убить. Но все-таки с ИСО смотрится поинтереснее в плане пробиваемости. У другого. Там просто атака, дефа никакого. Здесь немножко больше жизни. Вот так вот, ребятушки. ИСО шатанул. Единственный, кто затащил, это Огник. Так, окей. Интересно. Это было интересно. Ну, по крайней мере, для меня. Поехали дальше. Роза. Осмо. Фрей пока ставить не будем. Так, сюда в угол Асуру запхнул. Землеройка. Ну, останется потом еще трое этих и еще некоторые. Так, а тут мы поставим. Давайте тут мы поставим Свалина. Охрона и Командору оставим на потом. Так, ну что, поехали. Против Розы, у которой реально обалденнейший отхил. Блин, сейчас Космо включится. Пофиг, пусть включается. Смотрим дальше. Даже под Космо он разбирает Розу, ребят. Посмотрите. Космо его парализует. Все равно Огник держится. Ну, тут явное преимущество. Посмотрите, что он делает. Убрал. Вот так вот, неожиданно. Я думал, все-таки Роза хоть продержится. Нифига. Ну, Космо, понятно, он здесь разберет его на раз-два. Космо не справится с таким Огником. Интересно, против Свалина. У Свалина 9-й ожог встроен. Пока только ему
Так, тут мы уже достаем Асуру и уже на отражалке сливаемся на Асурике. Получаем обратки. Тут еще во многих случаях мы не дамажим самого героя самым основным оружием. Скажем так, огника, так бы он их быстрее ушатывал. Так, мне надо все-таки убирать Асуру, потому что мы не затестим. Свалено. Давайте попробуем землеройку. Нифига себе, посмотрите, что землеройка чудит, ребят. Что вы на это скажете? Вот это жесть. Обалдеть. Неждан так неждан, я вам скажу. Один на один землеройка просто разобрала. Жесть. Ладно, два, ну, по сути, 1-1. Там огник против огника не считаем, но пока единственный герой, кто смог так разобрать, это землеройка. Что нам Асура скажет? Асура тоже красавчик. Огник слился на отражалке Асуры. Обалдеть. Вот это да. Вот это так сюрпризы. 2-0. Два героя, которых реально удивили. Ой, блин, я свалено убрал. Ну, вид таких героев сложно тестить, потому что он бьет по всем сразу, и видите, не всегда получается то, что хочется. Так, поехали, одного свалено затестим. Ну, я вам скажу, свалено, ожог спасает более-менее, ну, без вариантов. К сожалению, без. Только отражалка. Так, окей, сейчас мы протестим еще один вариант. Ой, тьфу ты, огник. Фрея. Не, Фрея мы оставим на потом. Ну, Фрея тоже ничего не сделает, она беспонтовая будет, как по мне. Хрон и Командора. Тут, в принципе, тоже отражалка. Но, блин, без варианта. Ой, вышел случайно. Хрон это не Асура. На Асе все намного ярче. Он еще дополнительно атакует, не дает заряжаться. Ну, Командора тоже без варианта, скажем так. Давайте еще раз, мне вот интересно еще раз посмотреть на Асуру. Может, это просто чисто совпадение было. Ну, здесь как-то все равно практически слился. Практически слился, ребят. Сливается он на нем раз на раз, но слился все-таки. Отражалка реально работает. Так, что у нас осталось? Одна седна. Ну, седну, я думаю, он тоже без вариантов должен разложить по деталькам.
Да, ее даже там отхил, ее бафы не спасают просто. Просто нереально, у него парализует и все. Так, окей, отлично. Теперь поехали. Немножко другой тест. Первая таблетка, первая. Ставим сюда нашу имбушку. Зефирку. Вот такая вот зефирка. Правда, здесь 9 бас, но посмотрим сейчас, как пойдет. 10-10. Делаем апгрейд. СО против баста. Такой вариант. Сейчас мы нападем с другого аккаунта. Поставим здесь огника. С СО. Ну, смотрим. Зефирка на мелких левелах просто сливается. Не хватает. Не хватает отхила. Ну, это мелкие левела. Я тоже это показывал. Видите, не хватает. Вот немножко, в принципе, не хватает, чтобы добить. Хорошо, не такой вариант. Сейчас попробуем. Даже такой вариант с живой. Интересно посмотреть. То есть убрали мы деф и убрали жизнь. Ну, видите, вот первым огник все-таки затащил. Вот так вот. Убрали деф, и получается, зефирка просто его разорвала. Хм, интересно. Посмотрите, что зефирка два раза разорвала. Еще держится, но чуть-чуть не хватит. 2,5 огника. То есть, как видите, многое зависит от таланта. То есть, с какими талантами герои будут. Но тут интересно будет дальше потестить, посмотреть на это все. В принципе, все. Пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки, жмите репостики. Ждите следующих обзорчиков. Всем удачи, всем пока.